ребята, всем привет! Я увидел одно видео с экспериментами и хочу это повторить. Для этого нам понадобится кола, еще одна кола, молоко, растительное масло, перепелиное яйцо, куриное яйцо. Первый эксперимент. Нам надо залить яйца колой. Я слышал, что перепелиное яйцо будет без пятнышек, если залить колой. Заливаем. Другое. Позже посмотрим, что с ними случится. Для второго эксперимента нам понадобится молоко и кола. Надо залить молоко в колу. Я колой чуть-чуть отлил. И лейка. Переливаем. Вау! Пена! Прям оно ползет, как вулкан. Вот тут осадки прям плавают. Пена льется. Сейчас весь стол будет в пене. Вау, эксперимент удался, делайте. Тут уже пена поменьше стала, а осадков больше и больше. Какие-то хлопья, как плавают. Вот это реакция. Делайте, класс. А что вы пьете, молоко или колу? Пишите в комментариях. В третьем эксперименте нам понадобится кола, я ее уже отлил, растительное масло и шипучие таблетки. Делаем. Сначала масло нальем в колу. И шипучие таблетки потом кинем. Ничего. Такое бывает. Клейка. Смотрите, как вы думаете, что будет? Мне уже страшно, там уже пузырики какие-то. Прям что-то булькает там, как взрывается. Смотрите, кола разделилась с маслом. Теперь берем 4 таблетки. Смотрите, как масло с колой разделилось, как будто мед. Ну теперь 4 шипучих таблетки. Это аспирин. Закидываем, мне ужасно. Смотрите, что будет! Смотрите! Классно! Пузырики, кола прям, как вот эта воронка. А давайте уберем руку, что будет? Она поднимается. Давайте еще 2 кинем таблетки. Вот это да! Супер! Делайте! Он рабочий. В следующем видео я вам покажу, что стало с яйцами в коле. Всем пока! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Напишите в комментариях, какой эксперимент вам понравился. Всем пока! Белые осадки появились.